сейчас находимся в гостевом доме. Этот дом, построенный компанией «Социум», предназначен для приема гостей, для приема наших семей. Мы хотим создать такие условия, при которых люди будут приезжать сюда. Здесь у нас расположено почтовое отделение. До появления компании в селе почты как таковой не было. Наша компания, она социально ориентированная. И для того, чтобы жителям было хорошо и удобно жить на селе, мы берем на себя социальные обязательства, как компании. Мы строим дороги, мы реконструируем общественный центр. Мы собираемся в селе организовывать производство. Открываем магазин под названием «Хиринские продукты» именно с тем, чтобы этот бренд наши коллеги чувствовали, что здесь идет связь непосредственно с селом, идет связь непосредственно с теми жителями, которые также причастны к труду в группе компании «Социум», причастны к тому результату и чувствовали также себя коллегами. В Архангельском сельсовете, в этом муниципальном образовании, основным работодателем и градообразующей, как принято называть, был и является колхоз, который сейчас перешел в другую форму, в общество с ограниченной ответственностью, власть советов. Этому колхозу мы, как группа компаний «Социум», как «Социум поселение», вышли с предложением плотно сотрудничать и вести совместную деятельность. Полям у нас общая обрабатываемая площадь, как таковая, сельхозпредприятия, 4270 гектар. Растениеводство в основном у нас представлено зерновыми культурами. Это мы занимаемся озимой пшеницей, яровой пшеницей, ячмень. Ну и занимаемся кормовыми культурами в растениеводстве. Заготавливаем корма, сено, сенаж, силос кукурузный. Также в хозяйстве есть пасека. То есть мед, сопутствующие к меду товары. Сотрудничаем с администрацией, то же самое, они приходят к нам со своими проблемами. Где тракторы выделить, где машину выделить, где что-то еще как-то помочь. Стараемся, помогаем, в том числе и вот группа компаний «Социум» и сельхозпредприятия помогали, в том числе вот и на ремонт действующего храма в селе Архангельском. Движемся вперед, тихонечко. Я работаю на данном предприятии 6 лет. Мы разрабатываем пьезоэлементы, которые под действием электрического напряжения генерируют усилия и деформацию, соответственно. Такие изделия используются в микромеханике. Это дозация каких-либо жидкостей в медицине, это гашение вибраций, то есть, например, если в крыле самолета какие-то паразитные вибрации присутствуют, то наш элемент считывает информацию и в противофазу запускает свои вибрации и тем самым демпфирует вот эти колебания. Все, что связано с высокоточным позиционированием, может быть основано вот именно на этих изделиях промышленных. У нас на предприятии в России мы являемся первопроходцами этого направления. «Социум» поощряет наше обучение, предоставление более-менее гибкого графика работы, то есть нам как выделяют время съездить и на учебу, так мы можем посещать конференции, какие-то другие семинары, предоставляет возможность съездить за рубеж и пообщаться с другими учеными, с научными коллегами других стран. Нам необходимо все время учиться, чему-то обучаться новому, поэтому «Социум», в принципе, дает нам эту возможность постоянно себя поддерживать на уровне не только вот всероссийском, но и на международном уровне в качестве научного сотрудника. Хотелось бы изобрести что-то свое новое. Возможно, это будет какой-то новый пескерамический материал с какими-то более эффективными свойствами, которых нет в мире. Возможно, он будет какой-то совсем новый. Может быть, это будет какая-то особенная добавка, но я надеюсь, то, что это принесет пользу в дальнейшем для нас, социума и страны в целом.
веду направление гироскопии на предприятии и занимаюсь разработкой датчиков угловых скоростей. Датчики угловых скоростей нашли свое применение в достаточно широкой области науки и техники. Это в первую очередь вооружение, различные ракеты, торпеды, системы наведения. С точки зрения работы у нас коллектив хороший. С точки зрения того, как компания помогает, у нас есть совет молодых специалистов, у нас есть как финансовая помощь молодым специалистам именно, так и помощь в плане развития, скажем так, профессионального и развития как бы со стороны науки. Не знаю насчет мировой известности, к этому никогда не стремился, но вносить свой вклад вообще в прогресс, скажем так, общечеловеческий, это уже серьезная вещь. Чтобы однажды такой датчик угловых скоростей был в ракете-носителе, чтобы она запустила в космос, условно говоря, спутник, и этим можно гордиться, мне кажется, что ты внес вклад в большое дело. Именно обслуживанием, поддержкой текущего состояния всех инженерных систем и, соответственно, поддержкой наших действующих клиентов, то есть технической поддержкой клиентов. Компания предоставляет интернет и телефонию на территории Москва-Сокол. То есть у нас есть удаленные площадки и предоставление интернет-телефонии, IP-телефонии, техподдержка у нас 24/7. Коллектив не очень большой, но дружный, все друг другу помогаем. Квалификация, она повышается сама по себе по мере поступаемых вопросов. Сейчас в данный момент занимаемся модернизацией системы мониторинга, электроснабжения и системы мониторинга поддержания микроклимата. Вникаем, разбираемся и пытаемся сами настроить и запустить систему. Если человек, в частности я или кто-то другой в компании, хочет развиваться в какой-то области, руководство с удовольствием поддержит и даст ему возможности для развития. Мои дети очень любят сюда на новогодние праздники приезжать, каждый год с удовольствием ездят. Детям нравятся мастер-классы, принимать участие в разных конкурсах. Они в восторге, по крайней мере. Если спросить меня, зачем нужна конференция, это в первую очередь увидеть, что компания Holding Socium состоит не из одной компании, Сотел, а есть много компаний, есть много людей. Опять же, с некоторыми из них можно увидеться только на конференции, с кем-то даже пообщаться можно на этой конференции. И плюс ко всему, возможно увидеть, чего мы все вместе можем добиться, чего мы добились за этот год, за прошедшие года. В этом году исполняется 10 лет, как наш завод присоединился к группе компании «Социум». За это время нам неоднократно оказывали поддержку. Мы чувствуем, что мы не одни. Мы чувствуем за своей спиной мощную компанию. То есть появилась некая сила, к которой можно всегда обратиться и быть уверенным в том, что тебе всегда помогут, всегда поддержат. Но основной продукцией у нас сейчас является медицинская техника последние несколько лет. Это аппараты для физиотерапии. Ими оснащено большинство физиотерапевтических кабинетов России. На заводе остались люди, только преданные своему делу. Каждый стремится сделать для завода, для социума как можно больше, внести свой вклад посильный в общее дело и постараться, чтобы завод жил. Я бы сравнил с такой семьей. Дело в том, что люди, которые по 20, по 30 лет отдали заводу, они по-другому работать не могут. Они понимают, что все мы вместе выполняем общее дело. От этого зависит наше благосостояние, благосостояние их семей и благосостояние той же компании «Социум», в которую мы входим.
Арзамасский приборостроительный завод в большей степени по портфелю своих заказов относится к сектору оборонно-промышленного комплекса, к его высокотехнологичной части. Производит уже более 50 лет продукцию, которая используется в качестве элементов, блоков, систем, аппаратуры в авиации, в ракетно-космической отрасли и в воздушно-космической. С тех пор, как вошли в корпорацию, в социум, дирекция стала больше обращать внимание на развитие завода. Стало приходить новое оборудование. Практически каждый месяц на завод идут станки. Парк обновляется заметно. В цехе вы, наверное, были, видели, что присутствует много нового оборудования. Ну, и надеемся, что еще больше будет. А мы будем выполнять поставленные задачи. Работая в группе компании «Социум», всегда, конечно, нам нравится то, что это стабильная компания. Мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. У нас, в принципе, очень дружный коллектив, где всегда и подскажут, и помогут, всегда протянут руку помощи в какой-то момент нужный. Средний возраст коллектива где-то 41 год. Коллектив сравнительно молодой, потому что много молодых людей работает у нас на станках ЧПУ, приходят, которые с образованием и с высшим образованием есть, со среднеспециальным. Ну и которые приходят без образования, они уже учатся у нас на заводе. Для них созданы все условия, много программ на заводе всяких действий, поддержки молодых специалистов. Действует программа как поддержки частичного компенсирования ипотечного кредита. То есть завод часть процентов берет на себя, помогает молодым людям в этом. Мы делаем свою работу. У нас главная задача и цель – это питание. И питание должно быть качественное, насыщенное, вот именно по сезону, чтобы все были рабочие довольны, чтобы они были все сыты, здоровые и работали в цехах, и поднимать производительность труда. Оборудование все полностью заменено, полностью, 100%. На старое вообще ничего, даже вот, все раздачи, все полностью новые. Конечно, это благодаря социуму. Здесь коллектив как бы молодой, но тем не менее, что нравится мне работать в этом коллективе, это мобильность. Я ощущаю, что насколько мы мобильны в рамках завода. Мы можем делать очень быстро те вещи, от которых у людей глаза лезут на лоб, что как это вы, мы целый месяц делаем это на заводе, а вы здесь делаете это за неделю. Начиная даже с элементарных там каких-то бюрократических бумажных оформлений вещей. Быстро дал какую-то задачу своим молодым ребятам, они ее быстро понимают, не приходится объяснять там часами или что-то разъяснять, какие-то процедуры. И, ну, там проще, они сами это поймут, если что-то там недопоняли, там, сейчас интернет, книжки, сейчас все доступно. Очень-очень просто, очень здорово просто. Предприятие должно не просто работать стабильно, оно должно иметь возможности долгосрочного планирования и должно иметь, безусловно, динамику развития. Эти задачи формулирует для нас игра в чашурбели. И, кстати говоря, планка выработки по производительности труда для нас, он ставит ее на уровне развитых европейских компаний. То есть для него, вот, как говорится, авторитет и планка цели, она вот на этом уровне находится. Поэтому мы вынуждены внедрять в производственную систему и в организацию бизнес-процессов на всех участках современные инструменты, методы работы, соответствующие современным европейским требованиям, которые реализованы как положительная практика продвинутых компаний. Вот к этому мы стремимся, вот такую перспективу для себя имеем в планах. Thank you.
Что касается социальной несправедливости, я бы здесь, в общем-то, наверное, без улыбки бы не ответил на этот вопрос. И вот почему. Жизненное кредо нашего акционера – это человечность и компетентность. Причем человечность стоит на первом месте. Как реализация этого кредо в рамках социума, у нас действуют утверждены корпоративные стандарты, которые предусматривают блок социальных гарантий для сотрудников социума, который выходит за рамки установленных требованиями законодательства. То есть это добровольное медицинское страхование, различные доплаты, в том числе за ветеранский стаж, это предоставление дополнительных дней отдыха, выплаты премий в связи с юбилеями, оплата обучения, повышение квалификации и так далее. То есть этот объем социальных гарантий достаточно большой, он сотрудникам социума известен. И говорить о том, что у нас может иметь место социальная несправедливость, ну, как-то так, я думаю, что нет. Понятие социальная несправедливость и социум – это антонимы. Люди в социуме действительно разные. То есть каждый сотрудник социума, в принципе, знает круг своих компетенций, объем ответственности, понимает, в какой точке вертикали управления находится, в каких ситуациях возможны апелляции, на каком уровне и какими органами принимаются те или иные решения. То есть это все прописано во внутренних документах социума. В этих условиях сотрудник и будет наиболее эффективен для социума. Каждый сотрудник компании своим ежедневным трудом формирует социум. Каков вклад каждого из нас, такой и социум. А ответственность, огромная ответственность и за холдинг в целом, и за каждого отдельного сотрудника, у нас лежит на одном человеке, это основатель нашего холдинга Игорь Алфович Ашурбели. И поверьте, ноша эта не из легких. Социум – это прежде всего, конечно, люди. Люди должны строить, в общем-то, дороги, определять, как будут написаны программы, как будет идти та или иная разработка. Поэтому, конечно же, в первую очередь, как и в любой другой компании, в любой деятельности – это именно люди. Начиная от цеховых рабочих, кончая какими-то руководителями, абсолютно не имеет никакого значения. Если у человека настолько накипела проблема, что он захотел дойти до генерального директора холдинга, значит, его обязательно нужно выслушать. В холдинге работает на данный момент больше 8500 человек. Соответственно, это огромное количество профессий, начиная от сантехников, разнорабочих, инженеры, банкиры, руководящий персонал. Полный спектр. Каждый в меру своей ответственности, занимаемой должности, выполняет, вносит свою лепту в общий вклад. В общее дело, в развитие бизнеса, да, в благосостояние нашей большой семьи под названием социум. Безусловно, то есть, если даже посмотреть и сравнить наши компании с компаниями другими, находящимися в юрисдикции Российской Федерации, то есть такой уровень социальной ответственности и столько различных бонусов, которые даются сотрудникам за выслугу лет и все остальное. Обычно компании делают исключительно по трудовому законодательству, иногда даже чуть меньше. Мы предпочитаем давать сотрудникам больше, чем положено. У нас представлено аграрное направление, у нас представлено медицинское направление. Также есть свой банк, свое охранное предприятие, то есть сами охраняем, сами оказываем финансовые услуги, сами сдаем помещения, сами их обслуживаем, подаем тепло, электроэнергию. То есть это все-таки создание самодостаточной группы компаний для того, чтобы она могла максимально обеспечить необходимыми ресурсами саму себя, при этом продавая их на страну и, естественно, потребляя какие-то услуги извне, потому что в любом случае с внешним миром нужно взаимодействовать, закрываться никто не хочет, но для стабильности, спокойствия именно в веках, вот у нас мнение такое, что нужно по максимуму самим себя обслуживать. Вот. Но в целом в условиях российской реальности 30 лет для группы компаний – это очень много, это ровно столько же лет, сколько на территории России, тогда еще Советского Союза, была разрешена
коммерческая деятельность, то есть это фактически в день принятия закона о кооперации в СССР и был создан холдинг «Социум». Я хочу поздравить всех членов «Социума» и нынешних, и прошлых, которые в свое время тоже отдали много сил на наше общее дело. Хочу всем сказать спасибо, поздравить с 30-летием, пожелать счастья дома, успехов на работе и, самое главное, здоровья. Оно, как известно, самое ценное. Социум – это не только множество компаний, занимающихся своим делом. Социум – это целый пласт. Идеология, если хотите. Посмотрите, в холдинге нет ни одного лишнего предприятия. Все, что мы сегодня видели, так или иначе связано с людьми и производством. Будь то проектирование медицинского оборудования или военных систем будущего. Везде есть мы, люди. Мы живые, у нас есть семьи, друзья. И наша работа, где мы проводим большую часть времени, где невозможно быть нечестным человеком, когда на тебе лежит такая огромная ответственность. Не надо объяснять, что для нашей страны мы – это основа экономики будущего. Так или иначе, вы взаимодействуете с сотнями людей каждый день. В магазинах, на работе, на отдыхе. Живя в социуме, вы не можете не учитывать интересы общества. Вы работаете во благо общества, а социум отвечает вам тем же. Создавая новые рабочие места, инфраструктуру, зоны отдыха и комфортного проживания. Когда вы думаете, что остались одни в этом мире, оглянитесь. Вокруг вас миллионы людей, такие же, как и вы, живущих рядом с вами. В вашем доме, на вашей улице, в вашем городе. И они влияют на вашу, а вы на их жизнь. Это все социум. Социум позволяет чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне и свободным. Социум – это вы, социум – это я.